Всех приветствую на своем YouTube-канале. 15 декабря за окном. Ровно месяц назад я опубликовал ролик с подготовкой железной бочки с водой к морозам. Ссылочка, как обычно, в конце ролика. Морозы у нас пришли. Целую неделю днем около минус 8, ночью температура опускалась до минус 16. Сегодня решил проверить состояние. Результат вы видите на экране. Вода в бочке по всему объему замерзла. Видимых повреждений не наблюдаю. Буду следить за развитием событий и вам показывать. Всем спасибо за просмотр. Обязательно поделись видео с друзьями. Всем пока и удачи!